Привет, друзья! Это Афиша с Еленой Трусилиной. Прямо сейчас познакомлю вас с событиями приближающихся выходных, которые станут первыми весенними выходными. Пятый элемент – это новая выставка декоративно-прикладного искусства, которая открылась здесь, в выставочном зале ДК «Сатурн», расположенном на втором этаже. Здесь представлены работы художников в разных техниках – батик, пачвок, можно найти авторские куклы, керамику и другие интересные работы. Выставку можно посетить ежедневно, кроме понедельника и вторника, до 14 марта. Приходите! И еще об интересных выставках в Раменском округе. 3 марта в 17:00 в ДК «Победа» состоится вернисаж художественной выставки «Мы любим котиков». Как и понятно из названия, она посвящена этим пушистым и мурлыкающим домашним питомцам. На вернисаже выступит струнный квартет, вокальные коллективы ДК, а также состоится театрализованное представление. Стендап-комик Богдан Лисевский выступит в Раменском. Концерт пройдет в ДК «Сатурн» 3 марта в 18:00. Богдана отличают необычные заходы и неординарные развязки. Даже самые обычные жизненные ситуации Богдан превращает в очень яркие шутки. Итак, вход на концерт строго 18+. Шоу саундтреков «Звук кино романтиков» состоится в ДК имени Воровского 2 марта в 19:00. Там выступит струнный квартет «Фобаус», который исполнит романтические мелодии из фильмов о любви. Интересную программу на эти выходные приготовил Раменский парк. Жители ждут спортивные, культурные, музыкальные и развлекательные события. Расскажу о некоторых из них. Так, суббота по традиции в 9:00 состоится забег 5 верст. Ну а в воскресенье можно потанцевать на площадке Лира в 17:00. Там состоится ретро-дискотека. Друзья, я желаю вам замечательных весенних выходных. А еще больше событий вы найдете на портале «Мой округ». До новых встреч. Пока-пока. We'll be right back.